Привет, гуглята, с вами Гуглов. Все слышали выражение «глаза – зеркало души». Оказывается, это не просто красивая фраза, а научно доказанный факт. Исследование показало, что за цвет радужной оболочки глаз и за формирование лобовых долей мозга отвечают одни и те же гены. Именно этот участок мозга влияет на особенности характера человека, поэтому у людей с одинаковым цветом глаз наблюдается схожее поведение. Я предлагаю вам посмотреть это видео и самим убедиться, как много цвет глаз может рассказать о вашей личности. Но прежде чем начать просмотр, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о выходе новых интересных роликов. Темно-коричневые, почти черные глаза. Скорее всего, вы прирожденный лидер. Люди с такими глазами встречаются редко и многим кажутся скрытными. А еще, как показывают исследования, люди с темными глазами обычно достигают больших успехов в спорте и бизнесе. Карие глаза. Люди с карими глазами очень рано начинают говорить. Они уверены в себе, независимы и предпочитают действовать спонтанно, а не в строгом соответствии с планом. Также их часто считают загадочной личностью, такой, которую тяжело раскусить. Коричневые глаза. Такие люди обладают сообразительным, пытливым умом и жестким, напористым характером. Их отличительная черта – уверенность в себе. При этом люди с коричневыми глазами умеют уважать старших, в отношениях отличаются верностью, нежностью, хотя и одновременно непокорностью. Голубые глаза. Вы обладаете сильным характером и серьезной физической силой, хотя люди могут об этом и не подозревать. И скорее всего окружающим вы не нравитесь, ну по крайней мере до тех пор, пока они не узнают вас получше. Возможно, некоторые также полагают, что вы слабый, робкий и ненадежный партнер. Но на самом деле это не так. А еще ученые говорят, что люди с таким цветом глаз воспринимаются в обществе как люди эгоистичные и даже иногда агрессивные. Зеленые глаза. Если ваши глаза зеленого цвета, я должен вас поздравить. Большинство людей на планете считают вас привлекательными, сексуальными и очень интересными. Кроме того, в общении обладатели зеленых глаз – люди приятные и доминирующие, в работе сильные и осторожные. А еще люди с такими глазами ценят тишину и обычно самодостаточны. Для них также характерна непредсказуемость, вспыльчивость и склонность к выбору творческих профессий. Серые глаза. Если у вас глаза такого цвета, это значит, что вы человек чрезвычайно сбалансированный. У вас есть две стороны личности, прямо доктор Джекилл и мистер Хайд. Вы можете вести себя абсолютно по-разному, в зависимости от того, как того требует ситуация. Также вы отлично умеете управлять своими эмоциями и не держитесь за свои старые убеждения. Единственный ваш недостаток – зависимость от чужого мнения. Вам все время хочется соответствовать чужим ожиданиям и оправдывать чьи-то надежды. Ну что, вам понравился этот ролик, друзья? Если понравился, поставьте ему лайк. С вами был Гуглов. Увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока.